Слушайте, ну, держите. Для вас работает. Весь стол не аплодирует, вы одна. Один полевой, имейте в виду. И вот здесь вот. Мне кажется, моя поклонница на сегодня, да? Держите, вам заслуженно. Ну что ж, у меня есть некоторые вопросы, на которые я хочу получить ответы. Они очень интересные, они связаны с нашими молодоженами. Я задаю вопрос, вы прям можете выкрикивать, потому что каждого не смогу услышать, если считаете, что это правильный ответ. Меня интересует разница в росте наших молодоженов. Простой вопрос. 5 сантиметров. Маловато. 10 мало. 25. 18. Повезло, кому 18 сантиметров? Ну, чуть больше. Чуть больше. Сколько? 19. Больше. 20. Еще больше. 21. Давайте поаплодируем. 21 сантиметр. Браво. Держите, соточка ваша. Только не вздумайте менять завтра, то и вас, и меня заберут. Едем дальше. Меня интересует вот так вот. Хобби. Что больше всего наши молодожены любят делать в свободное время? Давайте, давайте, для всех. Это как для Игоря Мусуса, так и для Настя, так? Так, Настя любит церкви, а совместное путешествовать можешь. Тем более, когда границы закрыты по Беларуси, почему бы не путешествовать? Слушай, ну, креативно, давайте попадем. Ну, нет, я сейчас вас подарю на. Слушайте, вы, наверное, школу с золотой медалью закончили, нет? Ну, у вас такой образ именно вот. Магистра, давайте. Игорь и Настя любят вместе слушать плохую музыку. Подождите, подождите. Что есть плохая музыка? Только не напевайте. Русская попса. Русская попса. Нет, нет, но близко, близко. Так, какой у вас ответ? А есть правильный ответ? Есть правильный. Ну ладно, я хотел сказать, что они любят криптой торговать в свободное время от армии. Так, родителям не говорит столько. Нет, еще, что они еще любят? Они вместе фотографироваться, да? Вот что вы сейчас делаете? Вот что вы сейчас делаете? И что они любят? Кушать! Давайте поаплодируем, браво! Они любят вкусно кушать и готовить, конечно же. Ну, про Настю все правильно, она любит писать, то есть вы правильно сказали, так что держите, вам тоже соточка. Ну что, мы едем дальше. Меня интересует мечта, мечта жениха, мечта Игоря. Какая у него мечта? Мечта. Сын и дочка. Ну, мне кажется, они скоро это осуществят, мы чуть позже узнаем, кто появится первым, мальчик или девочка, или двойня. Что-то чуть-чуть другое. Поехать за границу. А куда именно? Слушайте, ну я думаю, здесь, наверное, почти правильно. У меня ответ такой. Жить в своем доме на пляже и наслаждаться жизнью в окружении родных и близких людей. Давайте поаплодируем, так что в ближайшее время все ждут приглашения. На Бали. Так, ну что, есть у меня еще интересные вопросы, вы готовы? Слушай, давайте я рядом с вами уже поставлю. Скажите, обходит у нас ведущий. Как вы думаете, сколько времени наши молодожены гуляли перед тем, как понять, что они созданы друг для друга? Сколько месяцев? Сколько? Сколько месяцев? 5 лет. 6 лет. 5 лет. Вы какие-то сроки уже произносите. Нет, мне нужно количество месяцев. Есть, да? 4 месяца близко. 3 месяца. Давайте поаплодируем нашим свидетелям. Не зря они здесь. Все правильно. И самый интересный сейчас вопрос. Как познакомились наши молодожены? Кто знает? Знаете, да? А выходите ко мне, выходите, правильно. Давайте, свободные аплодисменты. Сегодня каждый человек, который выходит в центр зала, мы ему аплодируем. Так, Екатерина пообещала, что сейчас она расскажет всю правду. Даже если у кого-то разные версии, вы знаете точно правду, да? От жениха. Уточнение. Ну, давайте. Мы можем, да? Можем доверить Екатерине микрофон? Настя и Игорь одногруппники,
поэтому они познакомились, если я не ошибаюсь, 1 сентября 2012 года. В университете в Бенчу. Они поступили на строительный факультет и были первокурсниками. Давайте я сейчас уточню немножко, мы еще не уходим, Екатерина. Итак, нужно было организовать выступление на день первокурсника. Так получилось, что организовывать назначили жениха. А невеста написала в один момент и предложила добавить в выступление песню собственного сочинения. И там понеслось. Первое кино, прогулки и так далее. Давайте поаплодируем, мне кажется, все правильно. Катя, это вам заслужено. Все официально. Ну что ж, бокальчики у нас наполнены. Да, давайте еще раз поднимем все мы вместе с вами бокальчики. И, конечно же, выпьем за горячую, пылкую любовь наших молодоженов. Вы только посмотрите, какие они красивые. Они созданы друг для друга. За горячую, пылкую любовь наших молодоженов. Шумим, поехали! Ура, ура, ура! Как вы это синхронно делаете красиво. Шумим, звеним, друзья. Сегодня все можно, сегодня все дозволено.